Всем привет, друзья из Швейцарии. Смотрите, как интересно, туман в горах, так именно как окутывает вершины гор. И он как будто живой, передвигается все время. Я здесь 5 минут постоял, там вообще только что вот той части не было видно. Полностью он осел. Сейчас перепады температур. У нас здесь в кантоне Тичино довольно-таки сильно похолодало. Потому, я так понимаю, за счет этого здесь, как видите, озеро такое большое и вся влага сверху как-то идет то ли вверх, то ли вниз, как-то она передвигается по разным местам. Смотрите, вот здесь с левой стороны здесь вообще ничего нет, здесь чистая гора, полностью все чисто, смотрите. Как-то так не видно ничего. Уже сейчас вечер. Смотрите, друзья, и здесь тоже мусорят. Везде бывает сейчас мусор. Люди везде совсем разные. Бутылки набросаны, смотрите. Ну, листья — это такое дело, природный мусор. Вот бутылки, банки, такое. Лебеди где-то куда-то уплыли. Ни одного лебедя здесь не видно. Интересно, что на них вообще так реагируют. Бывает, они здесь плавают по 3, по 4 лебедя, по 2 по-разному. А сейчас ни одного нет, одни уточки. Что-то на них влияет. Как вы думаете, что это? Ладно, друзья, подписываемся на канал. Сейчас буду запускать стрим. Так что давайте, друзья, до новых встреч.